Услышать друг друга даже за одним столом оказалось непросто. С одной стороны белые медведи, с другой владельцы земли, которые просят моржей съехать из застройки вокруг озера. Между взаимные претензии. Когда проблемы с взаимопониманием доросли до СМИ, Минспорта собрал экстренное совещание. Есть возможность того, что клуб «Белые медведи» там будет базироваться. А почему нет? То есть, если они хотят взять одну комнату, мы им дадим аренду. В рамках аренды. Да. Кто отказывается от этого? Конечно, сейчас вы, наверное, должны уточнить, сколько это будет для вас стоить. Наши члены клуба, вот «Природа и человек», они, значит, ограничивались. Карточка стоила 1000 рублей. На какой период? На год. Прорубь, пожалуйста. Обогрев, пожалуйста. Обогрева перед... не было. Нет, там раздевалочка. Ну, раздевалка. Да, раздевалка, но раздевалка, сауны нет, да? Та, которая у них есть, это не раздевалка. Там нас не устраивает. Нет, ну, у нас холодная. Белые медведи – это клуб марафонского зимнего плавания. Нам этого недостаточно. Прорубь и раздевалка, правильно? Вы пускаете их туда. Вам надо что еще? Баню. Баню. Прорубь занимается вот этот коллектив полностью. Покажите мне хоть одного человека, и вы не дайте соврать, кто из них помогал нам провести соревнование, когда надо было долбить прорубь. Вы все в стороне наблюдали и смотрели, что вы ничего не делаете, и над нами смеялись. О какой проруби может говорить речь? В лентяе натуральный в этом плане. Самым немногословным в этом разговоре оказался руководитель спортшколы на Грибном канале Юрий Морозов, который, скорее всего, примет под крыло громкую федерацию. Он повторил, нужны списки моржей, график тренировок и заезжайте. Вновь раскалил моржей вопрос, единый для всех федераций. Нормально, я говорю, давайте общаться. Мне выдвигает капитана команды, который не просыхает, который хорошо, так нас опозорил. Сейчас вы выдвигаете его. Чекушкин. Последний, держался. Все, коллеги, все, спасибо. Закончим. Все, Александр, спасибо. Без вас продолжим. Уже без главного моржа Барнаула министр спорта попросил участников двух клубов договориться о единой федерации. Только тогда помощь министерства будет ощутимой. Чтобы была массовость, была нормальная рабочая абсолютно обстановка, мы готовы еще больше помогать, но они должны выстраивать прежде всего в своем виде спорта нормальный диалог. По итогу встречи единственным вариантом для приезда белых медведей остается Грибной канал. Кабинет для них уже готов. Анастасия Дороган, Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости.